Ну что, готово? Готово. Иночка, прошло полкилометра. Твое настроение. Заряд. На сколько пробежать? Ой. Какой результат? Давай не будем загадывать. Давай загадаем. А потом сдивуем. Давай загадаем, как будет. Хорошо. Давай. Час 45. Договариваемся. Ой. То есть должны пробежать час 40 минимум. От заявленных. Разлом между любой и тобой, там, где зияет дыра между губой и губой, не размыкая губ, как бы ни поцелуй, пение горних труб, там, где болит, подуй, не открывая глаз. Будто бы невзначай чмокни в последний раз и головой покачай. Они прямо к горлу, они за аорту, они идиоты, они пошляки. И выкинул к черту, и выкинул к черту, и выкинул к черту две глупых строки. У нас есть все, чтобы жить вечно. У нас есть все. Наша задача догнать пейсеров, которые час 45, с темпом 5, чтобы добежать и улучшать результат хоть как-то. Солнце светит, все отлично, очень жарко, много участников, много дедов, много красивых великолепных девочек. И вот такая радость поддерживает на пути. Привет, моя хорошая, ну как ты там живешь? Ты стала там святошил, уж замуж не втерпёшь. Все, горшочек не варить. Я столько раз просил. Глаза, ключицы, фонари, но столько нет ведь сил. И ямочки на пояснице, колено нет, это плечо. Бывает же право присниться, здесь холодно, нет, горячо. И ты улыбалась, и самую малость дрожала. Ребята, вас я все-таки догнал. Оставал на пару километров точно. Ты не догадалась. Ребята, ребятишки, очередной полумарафончик прошел. Очередная медалька за Запорожье в мою коллекцию поступила. И сейчас в Ину, чтобы взять ее на финиш. Все-таки мы вместе с Иной подмышили. У нас есть все, чтобы жить вечно. У нас есть все. Хватит пусто. И позади только страх и увечья. А впереди.